Добрый вечер, дорогие земляки, дорогие друзья, единомышленники, коллеги. Буэнос Тардес. На связи с вами Мадрид. Наша белорусская диаспора в Испании насчитывает 5460 человек. В Мадриде нас 475. Мы, белорусы Испании, не можем оставаться в стороне от всего того, что происходит на нашей родине, в Беларуси. Поэтому мы поддерживаем инициативу, объявленную на Всемирном конгрессе белорусов. Сегодня мы, диаспора белорусов в Испании, открываем народное посольство в Испании. Hoy nosotros, la diáspora belorusa en España, abrimos la embajada popular de Belarus en España. Que viva Belarus! Живе Беларусь!